И что вы задумали теперь? Ну, честно говоря, нам очень неудобно за то, что случилось. Особенно Дженни. Ведь мы специально ее не посвящали. Так что извините, что устроили вам диарею. За это мы готовим вам ужин. Тайская кухня. Ребята вам не поверят. Я тоже вряд ли поверю после этого дерьмового шоу. Пожалуйста, 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 примите наши извинения. Я принимаю ваши извинения, хотя я говорю только за себя. С другими сами улаживайте. Хорошо. Ладно. Знаете, в нем есть что-то честное и искреннее. Не говоря о том, что он выглядит как кинозвезда. Наверное, это входит в комплект. Лола, ничего не зная о любви, заинтересовалась противоположным полом. Я только сказала, что он милый, вот и все. Знаешь, я достаточно живу на этом свете, чтобы знать, когда кто-то говорит «вот и все». Это совсем не все. Думайте, что хотите. Никто вас не остановит. Вот так-то. Лоле нравится Джонни, Лоле нравится Джонни. Боже, прекрати, я не хочу, чтобы он услышал. Значит, нравится. Ничего не значит. Значит, значит, врунишка, врунишка, пожар в твоих трусишках. Ну да, он просто роскошный.